Ассаламу алейкум, Ахаим. В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Возможно, что в скором времени в Караганде появится свой завод по производству бумаги. В Карагандинской области задержан подозреваемый в краже крупной суммы денег из автомашины. В Караганде выбрали лучшие товары. В Карагандинской области при получении взятки в размере 50 тысяч тенге задержан участковый инспектор Топарского отдела полиции Управления внутренних дел Абайского района. В поселке Топар задержан при получении взятки в размере 50 тысяч тенге участковый инспектор Топарского отдела полиции УВД Абайского района. Предприниматель передала деньги за освобождение от административной ответственности. Продавец моего магазина продала малолетнему покупателю спиртные напитки. По закону нельзя продавать алкогольную продукцию лицам, не достигшим 21-летнего возраста. У меня есть подозрение, что малолетний покупатель подставной, потому что очень быстро в магазине появились полицейские. Они назначили мне встречу на следующий день в Топарском отделе полиции, говорит предприниматель Татьяна Пенкина. Там заявили, что за вознаграждение смогут не составлять протокол о совершенном административном правонарушении. Пугали, что штраф с юридического лица, то есть моего магазина, будет крупный, отметила она. Предпринимательница обратилась с заявлением в Управление собственной безопасности Департамента внутренних дел Карагандинской области. Участковый инспектор был задержан в здании Топарского отдела полиции с поличным в момент получения денег. По данному факту ведется следствие. Чрезвычайное происшествие на заводе корпорации «Казахмыс». В четверг произошел разлив азотной кислоты на территории завода в Караганде, передает информационное агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. На складе, принадлежащем региональному единому складскому хозяйству угольного департамента Барлы корпорации «Казахмыс» в северной промзоне Караганды, при перестановке мини-погрузчиком пластиковой тары емкостью 13 килограммов произошел ее разрыв и разлив 56% раствора азота. Кислоты. В результате обследования склада под открытым небом выявлено 100 разгерметизированных емкостей по 13 килограммов, говорится в сообщении ведомства. Раствор кислоты перелит в железные бочки объемом 200 литров. Место разлива нейтрализовано холодной водой. Жертв и пострадавших нет. В Карагандинской области задержан подозреваемый в краже крупной суммы денег из автомашины. Кража из автомобиля «Тойота», стоявшего по улице Муканова, произошла 30 мая, передает портал закон.кз со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. Напомним, тогда неизвестные, подобрав ключи, похитили сумку с деньгами в сумме 1 300 000 тенге. Как отмечается в сообщении, 26 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДВД задержан 26-летний безработный карагандинец. На данный момент он водворен в изолятор временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, в рамках которого задержанный будет проверяться на причастность к аналогичным преступлениям. Возможно, что в скором времени в Караганде появится свой завод по производству бумаги. Накануне проект был презентован Координационному совету по программе форсированного индустриально-инновационного развития. Производство форматированной бумаги А3 и А4 на полную мощность планируют запустить в 2014 году. Изделия будут конкурентоспособными перед импортируемой продукцией. Преимущество отечественной бумаги – цена и качество, сопоставимое с мировыми стандартами, рассказывает директор компании «Док.КЗ» Сералы Досмагамбетов. Банком развития Казахстана, БК-резину, подтверждение имеется. Следующий проект, представленный на рассмотрение Координационному совету ПАФИР, стало создание откормочной площадки крупного рогатого скота. Предполагаемая проектная мощность – 526 тонн мясной продукции в год и около 1000 голов крупного рогатого скота. Стоимость проекта – 600 миллионов тенге. Создание 18 рабочих новых мест. Период реализации – 2012-2014 годы. К этому объему производства 526 тонн мяса в год. Финансовая часть проекта будет реализована за счет заемных средств АО «Казахфинанс». На заседании были также рассмотрены проекты, заявленные на субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». В их числе строительство электросталеплавильного завода по выпуску стальной заготовки, запуск второго этапа связи 4G Aero, а также организация фитнес-клуба «Спортика КИЗ» и другие. По итогам заседания исполняющий обязанности акима области Габит Мухамбетов дал ряд поручений.
Дополнительно хотим бы дать поручение управлению предпринимательства промышленности совместно с акимами городов и районов. Надо сделать таким образом. Держан Иванович, в течение августа месяца организуйте по графику, пригласите всех членов курсовета по возможности. Надо проехать по проектам, посмотреть, кто что строит, где он как двигается. Возьмите банкиров наших. Это касается и проектов карты, это касается и проектов дорожной карты бизнеса. Как строится инфраструктура. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. В налоговом департаменте по Карагандинской области было проведено расширенное совещание. По итогам проведенной работы за первое полугодие с участием первого заместителя акима области Габида Мухамбетова. Как оказалось на месте, нынешняя работа налоговых органов не совсем удовлетворяет запросы государства. Совещание проводилось по итогам полугодия, и тут же были поставлены конкретные задачи на третий квартал 2012 года. На данный момент недоемка по области снижена на 50% и составляет 5 миллиардов 886 миллионов. В дальнейших планах улучшение работы с бизнес-сообществом. Выполнено по местному бюджету на 104% с перевыполнением. Сегодня активно проводилась в течение второго квартала работа по расширению налогооблагаемой базы совместно с местными исполнительными органами, а другими уполномоченными органами. В результате в бюджет изыскано 1 миллиард 600 миллионов тенге дополнительных поступлений. Заместитель акима региона в свою очередь заметил, что нужно сосредоточиться на выполнении поручений главы государства. Начинаешь там поднимать отдел экономики и предпринимательства, там еще одна вода. Вы актив города или района, вы представители главы государства на местах, вместе с акимом города там и района, и вы за этот блок вопросов отвечаете. Есть четкий программный документ, стратегия 2013-2030 года, послание, последние 20 поручений общества всеобщего труда. Несмотря на все это, из ваших уст я не услышал никакие скорректированные планы либо предложения. Погашение задолженности по зарплате, работа с хозяйственными субъектами, фондами и обязательное снижение недоемки. Для этого нужно собрать все силы, заметил первый заместитель. Александр Крылов, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В Караганде выбрали лучшие товары. На региональной выставке-конкурсе среди более 40 предприятий выбрали лучшую продукцию в трех номинациях. Лучший товар производственного назначения, лучший товар для населения, лучший продовольственный товар. О передовых производителях Карагандинской области расскажет Ирина Камышова. Сегодня 46 производителей Карагандинского региона представили на суд областной экспертной комиссии свою продукцию. Здесь и отечественный производитель сладостей и конфеты Караганды, и главный хлебопекарь города Караганды Нан, а также передовой производитель молочной продукции компания «Натиже». По другую сторону выставочных рядов фирмы, представляющие продукцию производственного назначения, от пластиковых окон до отопительных котлов. Сегодня участники выставки демонстрируют особенности своих изделий, а изготовители продуктов питания проводят дегустацию. Потому во вкусе и качестве колбасы, пряников и йогурта можно было убедиться самостоятельно. Оценивалась продукция по нескольким критериям – качество, оригинальность и конкурентоспособность. Победители выявляли по трем номинациям – лучший товар производственного назначения, лучший товар для населения, лучший продовольственный товар. Среди победителей – молочная фабрика «Натиже». Высокое качество продукции «Натиже» оценила и областная экспертная комиссия. Молочная фабрика «Натиже» удостоилась звания «Лучший продовольственный товар». Компания не перестает совершенствовать свое производство. «Натиже» уже имеет новый завод, самое современное оборудование и высококвалифицированных специалистов. Но для всеобщего признания этого недостаточно, говорит директор молочной фабрики «Натиже» Ерлан Ашимов. Что же все-таки нас отличает от рыночных аналогов, скажем так? Ну, в первую очередь, конечно, это сроки. А так, в ассортименте кефир. Он есть кефир, ряженка, она есть ряженка, снежок, все эти напитки, которые у нас есть. Нас отличают сроки, сроки хранения. Мы ни в коем случае не планируем увеличение этих сроков. У нас 7 дней, как было, так и останется. Потому что живой кефирный грибок, живые бактерии, которые приносят пользу нашему организму, максимальное количество дней, которые они живут, это 10 дней. Поэтому мы придерживаемся принципа 7 дней срок хранения. Главные приоритеты в работе – это соблюдение гигиены, это порядочность перед покупателем. Это производство именно натурального продукта.
В номинациях «Лучший товар производственного назначения», а также «Лучший товар для населения» победителями стали компании «Казцентроэлектропровод» и «Фезопласт» соответственно. В конце этого года все они будут представлять Карагандинскую область на республиканской выставке, которая пройдет в Астане. Нужно отметить, что выставка лучших товаров в Караганде проводится с 1998 года и является показателем уровня продукции, выпускаемой в Карагандинской области. Ирина Камышова, Тулиген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. У мусульман существует такая традиция, как обряд никах, исламская церемония венчания, обряд соединения влюбленных с супружескими узами. У мусульман данный обряд играет ту же роль, что и венчание. Традиция никах предусматривает 4 условия, выполнив которые, влюбленные могут сочетаться с священными узами брака. Подробнее расскажет Мирангуль Салкимбаева. Никах не имеет никакой юридической силы. Как правило, после него в скором времени проходит церемония бракосочетания в ЗАГСе. Жениху и невесте нельзя находиться в близких отношениях до никаха, а также жить вместе. Однако этим условиям придерживается не каждый мусульманин. К сожалению, бывают такие случаи, когда обряд никах проводят в день свадьбы, когда тот должен проходить до первой близости невесты и жениха. В шариате есть такое понятие никах. Никах – это бракосочетание. Так как Всевышний Аллах создал людей мужчинами и женщинами, и Всевышний Аллах говорил, чтобы мужчины и женщины женились дозволенным Аллахом путем. И также наш пророк Мухаммад Саусам сказал своей уме, своим сподвижникам и последователям, чтобы они женились. Но женитьба в исламе имеет свой порядок, то есть даже для того, чтобы познакомиться, нужно соблюдать порядок, который существует в шариате. У традиции есть несколько своих правил. К примеру, на церемонии должен присутствовать любой родственник мужского пола со стороны невесты. Второе условие – присутствие свидетелей – мужчин-мусульман по одному со стороны невесты и жениха. Третье условие – обряд никах можно проводить только после того, как жених выплатит причитающийся за невесту выкуп – калым. Современный калым, как правило, чисто символический и является данью традициям. И, наконец, самое главное условие – это желание молодоженов сочетаться браком и жить семейной жизнью. В нашей области бывают такие ситуации, когда молодые приходят заключить никах без согласия родителей. С этой проблемой представители мечети на сегодняшний день сталкиваются довольно часто. Первый день приходит только в день свадьбы, поэтому мы им объясняем эти порядки. Но для этого нужно, конечно, время, чтобы народ понял, чтобы жить по исламу, что ислам – это не только, например, поститься месяц Рамазан или читать пятикратный намаз, молитву. Ислам – это наш образ жизни, поэтому мы должны жить согласно тому, как от нас этого требовал Всевышний Аллах и как нам говорил сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Церемонию никах можно проводить как дома, так и в мечети. Мулла зачитывает молодым определенные суры Курана, давая им наставления для будущей совместной жизни. Развод – это, конечно, самый крайний, крайний выход, когда уже других выходов нету, когда уже супруги не могут вместе жить, только тогда и то. Развод тоже имеет свой определенный порядок в исламе, то есть не сразу разводится, дается один шанс, как говорится, талак, потом ждут определенное время. За это время они могут одуматься, еще вернуться и вместе дальше жить. Еще второй и третий, после третьего шанса они уже разводятся окончательно. Чтобы, то есть, сохранить семью. Ислам постоянно за то, чтобы сохранить семью. По словам представителя духовенства, соблюдение традиций никаха по-прежнему играет огромную роль при заключении супружеского союза. Нарушение какого-либо обычая даже может стать причиной к расторжению брака. Мы решили привести статистику по расторжению брака за последний год. Точно так же по разводу могу сказать. Тоже, если в прошлом году, если было за первое полугодие 800 расторжений браков, а в этом году уже около 1000 расторжений браков за первое полугодие. С каждым годом у нас регистрация актов гражданского состояния возрастает, получается, и точно так же, как и растет у нас число регистрирующих брак, точно так же чуть-чуть растет и число расторгающих брак, к сожалению, конечно. Как оказалось, статистика неутешительная. С каждым годом число распавших уз вырастает. Увы, никто не в силах это исправить. Сохранить семью в руках только у самих супругов. Это именно те пары, у которых
нету несовершеннолетних детей, а также нету никаких имущественных споров, которые оба согласны на развод. Мирам Гусалкимбаева, Боржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Работы по оказанию населению профессиональной юридической консультации проводит Народно-демократическая партия «Нур Отан». Консультации проводятся по жилищно-коммунальным вопросам, а также по разъяснению пропаганды программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011 год. Во исполнение поручений данных на приеме граждан первым заместителем председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» Нурланом Никматуллиным один раз в квартал осуществляются выездные приемы по оказанию населению профессиональной консультации по жилищно-коммунальным вопросам. Согласно программе выездного приема, вчера было запланировано посещение объектов модернизации и развития ЖКХ заведующим общественной приемной Центрального аппарата НДП «Нур Отан». Целью является оказание правовой помощи населению, обеспечение потребителей коммунальными услугами – надлежащего качества и повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Еще хорошая новость. У нас вот уже заработал колл-центр, который по вопросам управления, содержания МЖД и многоквартирных жилых домов. Мероприятия, задачей которых является активизация роли, повышение качества и эффективности работы общественных приемных, прошло среди представителей Карагандинского центра модернизации и развития ЖКХ, представителей СПК «Сарарка» и среди представителей местных исполнительных органов. Еще одна задача данных работ – это привлечение частного капитала в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году в городе начали работу по ремонту жилых домов, по ремонту кровель, фасадов, подвальных помещений, инженерных сетей, жилых домов, полная или частичная замена. Для этих целей из республиканского бюджета администратором программы по городу Караганде является главой отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильного города Караганды. Было выделено 515,60 миллионов тенге. Также на встрече были обсуждены вопросы об обеспечении комфортными условиями проживания населения и об улучшении состояния коммунальной инфраструктуры. Жилищная инспекция она работала не на 100%. Вот, в настоящий момент уже вопрос решен. Постоянный акимат города жилищный инспект отдельно, как самостоятельная группа у нас уже создана. Правда, в ней пока только 5 человек. Вот. Мы, в общем-то, вот сейчас на стадии вот назначения там, вопроса руководителя, регистрации юридических документов. И вот с момента полноправной регистрации данная группа самостоятельно, подчеркиваю, она будет именно заниматься непосредственно модернизацией ЖКХ. Мирам Гурсалкимбаева, Боржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите ей поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон здар.